Слава Иисусу Христу! Во веки веков. Аминь, дорогие братья и сестры во Христе! Приветствую вас в нашей общине Божьего Милосердия. Мы с вами, я, отец Якоб, и брат Алексей, который готовит видеоматериалы. Сегодня 21 октября. В литургическом календаре память святой Урсули, мученицы 4 века. Вместе с ней почитается в этот день и 11 тысяч дев, мучениц, которые отдали свою жизнь где-то недалеко от города Кельна, но как раз приняли мученическую смерть из рук гуннов. И действительно, весьма интересная история и вообще невероятное количество мучениц, в одно время отдавших свою жизнь за Христа. Тем более невероятно, что почитание святой Урсули этих 11 тысяч девиц распространяется по всей Европе. Достаточно сказать, что святая Урсула была избрана покровительницей города Кельна, является покровительницей университетов, хотя бы Парижской Сорбонны. Она является каким-то примером в честь и по образу которой были основаны множество женских монастырей, конгрегаций. Святая Урсула со своей духовностью пользуется поэтому огромной популярностью в западной христианской духовности. Может, сегодняшнее время как-то для нас, здесь живущих, не сильно как-то это дошло. Но, тем не менее, надо нам послушать сегодня и почитать, и посмотреть, почему святая Урсула именно является и пользуется такой огромной популярностью в духовности. Давайте начнем. И находимся в 4 веке. Информации о святой Урсуле, опять достоверных, не очень много до наших времен дошло. И достаточно сказать, что родилась она где-то в 4 веке в семье британского короля 4 как раз века по имени Теонеста, и рождается Теонест, ее отец принял христианство, соответственно, и сама Урсула была покрещена и была воспитана в христианской вере, причем в глубокой христианской вере. И до той степени она полюбила Христа, что думала об этом, чтобы именно ему посвятить свою жизнь и не выйти никогда замуж. Но, тем не менее, с точки зрения какой-то государственности, мира и покоя, но в стране, ее отец все-таки хотел ее выдать замуж. И у нее было очень много поклонников. Отличалась святая Урсула невероятной, пишут свидетели, красотой и высоким разумом. Она имела очень множество поклонников. Отказывалась, однако, выходить замуж, пока король Англии Агрипп не попросил ее руки для своего единственного сына Конана. Они еще были язычниками. Урсула дала свое согласие на это замужество, понимала, что это с точки зрения как раз верности своему отцу и послушанию отцу, и с другой стороны, развитие христианской веры было бы весьма полезно. Через нее христианство бы вошло, в пространство короля Англии, того же Агриппы. Однако она поставила, святая Урсула, три условия для своего замужества. Первое, ее должно сопровождать 10 благородных девиц, по 1000 девиц прислуг у каждой. Дальше, второе условие. Перед замужеством ей необходимы 3 года, чтобы посетить христианские святыни в Европе. И третья вещь. Принц Конан и его приближенные должны стать христианами. Думала, может быть, что такие категорические условия приведут на самом деле к отказу от этого брака. Но ее мудрость, красота действительно была настолько впечатляющими, что Конан и его отец приняли эти условия и действительно организовывали вот это ее паломничество по Европе вместе с этими, скажем, 11 000 девиц, как гласит легенда. Они путешествовали на кораблях вверх по Рейну, останавливались по дороге в Кельне и в Базеле. Затем они направляются в Рим. По пути в Рим в Кельне Урсула видит сон о венце мученицы, который подносит к ее голове ангел.
какая-то заповедь ее мученической смерти. Но тогда христианство уже пользовалось, вторая половина IV века, но достаточно большой свободой. Думать о мученической смерти было чем-то особым. В Риме принимает их папа Кириак. Самое интересное, что это персонаж, я бы сказал, скорее всего, легендарный. Такого не встречаем в списках римских пап. Тем не менее, этот же человек крестил Конона, того, но жениха Урсули. И тот жених принимает тогда имя Этери, становится полностью христианином. Сопровождает их на обратном пути и возвращаются в Кельн. И тут приходит этот момент самый главный мученической смерти Урсули и этих 11 тысяч девиц. Тут именно там, под Кельном, встречают они гуннов, которые убили сначала Этерия, кандидата в мужа, а затем после безуспешной попытки овладеть ими и убивают этих девственниц. Урсула отказалась также выйти замуж за предводителя этих варваров и сама была убита стрелой из лука, или вообще туча лук попала в ее сердце, там она погибает. Короче, заканчивается их паломничество под Кёльном, ее Урсули, ее христианина, жениха Этерия и толпы 11 девиц. Интересная история, потому что местные христиане собирают все, в общем, эти мощи, останки, хоронят их, и на долгое время остается лишь только в памяти этих верных как раз присутствие вот на этой земле этих мучениц из далекой страны, которые возвращались к себе, которые отдали свою жизнь в защиту девственности своей и христианской веры. Много-много веков спустя появляется некий грек по имени Клемантий, который имеет во сне видение о погибших вот этих девственницах и на месте гибели строит храм. Действительно, в IX-X веке появляется недалеко от как раз Кельна тогда храм, посвященный святой Урсуле. Пользуется тогда она и эти девственницы, но огромной популярностью, потому что жители Кельна выбирают Урсулу как раз покровительницей своего города. Поэтому считают ее и ее спутниц каким-то основным фундаментом для своего благополучия. И то, что у них есть ходатай на небесах, вот те, которые отдали прямо жизнь именно там. Конечно, понимаем здесь, что здесь есть история, смешанная с легендой. Вполне возможно, как хотят современные источники, речь шла не про 11 тысяч девиц, только 11 на самом деле мучениц, девственниц, сопровождающих святую Урсулу. Тогда бы это более было реально. Но, тем не менее, подвиг их был настолько впечатляющий, что народ был бы готов и повторять, что здесь не 11, только 11 тысяч мучеников у нас недалеко от нашего города принесло свою смерть. Вот почему в гербе города Колония появляется Кельн, да, появляются 11 лучей, которые изображают как раз этих 11 девственниц. Эти девственницы где-то присутствуют в этом храме, который построен на месте мученичества смерти. Но и культ, который распространяется по всей Европе. С 8 века существует литургия часов официум в бревиаре, посвящен святой Урсуле. Это 8 век. Из Германии этот культ распространяется в Испанию, Италию, поэтому не только святая Урсула является покровительницей города Кельна, но также, как я сказал, всяких разных университетов, как хотя бы Парижский университет, Сорбона, университет в Вене, университет в городе Коимбра в Португалии. Видно, что место, в которое люди получают как-то обучение и формацию, мы как раз хотели отдать в руки именно ее Урсули, ее сподвижниц.
Огромное количество храмов было построено в честь святой Урсули. А кроме того, Христофор Колумбус в 1493 году открыл некоторые острова, архипелаг, на которых, который как раз назвал в честь святой Урсули и 11 тысяч девственниц. Интереснейшая вещь, правда. Потом появляется в 1535 году новая женская конгрегация, которая была основана святой Ангелой Меричи, и называем их урсулинками. Получается огромное количество братств святой Урсули. К ней принадлежали императоры, богатые люди, епископы. Братства, которые занимались и как-то обучением. И кроме того, 24 женских конгрегаций, посвященных, существует как раз святой Урсули. Урсулинок на самом деле очень много. Поэтому по сегодняшний день святая Урсула является покровительницей чего? Школ, всяких разных учебных заведений, особенно тех, где учатся девушки, женщины. Является также покровительницей смерти, помогает, поддерживает душам в нужде и в военных каких-то несчастьях. К ней обращаются, когда не могут выйти замуж, когда у кого-то детей не бывает. Точно так же все те, которые когда-то еще торговали. Святая Урсула, которая, да, невероятная история, правда, отдает свою жизнь в далеком 4 веке под Кёльном по сегодняшний день, где-то помогает и поддерживает. Говорят, почему ее выбирают покровительницей школ? Вот этих 11 или 11 тысяч девственниц, на самом деле, согласно тоже одной из легенд, они, когда отправляются вместе с ней в Рим, они еще неверующие, еще язычницы. По мере приближения в Рим Урсула Но является для них воспитательницей и делает с них христианками и готовит их к хорошей семейной жизни. Вот почему Урсула является покровительницей всякого рода вот этого, в таких рода заведений, где готовятся девушки и к своей семейной и будущей жизни. Пусть и нам сегодня поможет и в наши времена благословит, поддерживает и молится за наши семьи, тех, которые готовятся к семье, к замужеству, к супружеской жизни, всех тех, которые занимаются формацией, которые занимаются именно процессом обучения в разных структурах, обучающих детей и молодежь. Святая Урсула, молись о нас. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Иисус, уповаю на Тебя.